Так, в Ярославле стартовал кубок по плаванию. Для многих спортсменов это первый заплыв в новом сезоне. После отдыха проверяют свои силы все возрасты, даже самые мастеровитые, так сказать. Известный пловец из Рыбинска Кирилл Беляев участвует в дистанциях 100 и 200 метров. Ярославль у него грандиозные цели на спортивный год. Это олимпийский сезон, поэтому есть желание, цель попасть, естественно, на Олимпиаду. Вот, и также будет чемпионат Европы, тоже очень хотелось бы туда добраться. Ну, в общем-то, все, показывать высокие результаты не только на российской арене, но и на международной. Среди пловцов спортсмены из областного центра Тутаева и Гаврилов Яма почти 300 человек участвуют в заплывах на 18 дистанциях. На турнире можно получить новый разряд и даже звание кандидата в мастера спорта. Кубок Ярославля – заключительный этап Кубка области. Кроме того, пловцы от 11 до 14 лет отбираются на национальный турнир. Соревнования продлятся 3 дня. У нас в основном на этих соревнованиях отбор на всероссийские соревнования среди спортсменов младшего возраста. Сейчас мы планируем поездку «Юность России», всероссийские соревнования «Юность России». Среди участников соревнований спортсмены отбираются из 16 человек в 12 человек команды.